Да это вообще какой-то питомец у нее дисбалансный, отвечает чат. Это нереально просто. Блин, я боюсь ее, я реально боюсь. Давай, тащи, бэйби, тащи, бэйби. Блядь. Ой-ой-ой. И всем привет, дорогие друзья, всем салам алейкум. Сегодня я позвал двух девушек. Это Никуля и также Бэйби. Вы, наверное, их знаете, это популярные ютуберши, тиктокерши, но не просто так я их позвал. Сегодня мы будем играть в ультиматум 2 против 1, то есть они будут играть против меня одного. И если они меня выигрывают, они получают 10 тысяч рублей. Поэтому, друзья, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, этот видос будет интересный. Не забывайте приходить на стримы, также пишите в комментариях, какие снимать мне видосы. В принципе, все, я пошел их наказывать. Приятного просмотра. Короче, друзья, вот мы уже в каточке. Поприветствуйте, девушки. Ютуберши, тиктокерши. Привет, привет. Никуля, ты где? Всем привет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет весело. Молодец. Насколько сюрприз будет лайков? На 10 тысяч? 10 тысяч лайков. Все, вы слышали? Сюрприз будет на 10 тысяч. Короче, я готов, как бы, тут борьба сейчас за 10 тысяч рублей, если что. Вот, я взял 2 юмпика. Так, буду очень аккуратно играть, потому что я знаю, что они очень хорошо играют. Особенно Никуля, это вообще какая-то жесткая девушка. Блин. Не знаю, на чем находится даже чат. Я тебе ебальник набью. Нет, я в голову ей дал. Как она меня убила? Не, Бэби, это... это вообще ПКшница тоже лютая. Я просто, ну, я не знаю, как против них играть, какую тактику сейчас разрабатывать, честно сказать, чат. Короче, друзья, прямо сейчас лайки ставим, я этот раунд забираю прямо сейчас, я все в голову даю. Прямо обещаешь собрать? Да, 100%. Смотри просто, без рофта сейчас. Давай. Я сейчас просто аккуратно буду играть. Мне сразу в голову дали. Видите, чат, они очень жестко играют. Не, ну я, конечно, ожидал такое, в принципе. Может, все стенки потратил. Понял. Аптек, да не надо аптеки. Ох, не, да как она это делает просто? Просто как? Я в шоке просто, блядь. Умеете? Могете просто. Ладно, короче, я подавался, друзья. Сейчас беру двусолочку, смотрите просто. Так, двустолку взял я. Ага. Никого не вижу. Понял. Я тоже. Где вы сидите? Он у меня. Минус один. Точнее, минус одна. Стволки, копилочку просто. Так я на дали специально. А в упоре с двустолки буду. Смотри, ты просто. Ты разнял жестко. Да я знаю, я вообще машина. Аккуратно. Пожалуйста, можно раунды забрать. Аккуратно. Ой-ой-ой, просто офигеть, что я дал просто. Почти. Сердечко вам показал, если что. Люблю вас. Меня сейчас расплачу. Это мои любимые ютуберы, если что, Никуля и Бэйби ФФ. Люблю их смотреть. Да, вообще люблю их смотреть. Ютуберши, да-да-да. А я люблю стрим снайперить себя. Все, я понял. А я смотрю. Черт. Пожалуйста, не пушьте меня, пожалуйста, у меня хп нету. Ты чего у меня была? Ты нулевый, ты просто жмиё. У меня, если что, пожалуйста, оставь меня. А, вот эта метка, типа... Да это вообще какой-то питомец у нее дисбалансный, отвечает чат, это нереально просто. А ну иди сюда. Хорош. Не, я в шоке. Подожди. Это сейчас не сон, типа, или что? Не понимаю. Как просто? Как она это делает, чат? Я вообще не понимаю, как она так раздает просто. Это сейчас без рофла. Как она это делает? Это какой-то... Да я не поддаюсь. Я вот потею сейчас. Типа, я не хочу 10 тысяч рублей отдавать вам. Реально, типа, бля. Что мне делать? Офигеть просто. Он к тебе побежал. А что, впереди шибет? А он сзади. Аж, понял, просто понял. Просто понял. Нет, это нереально. У меня стенки все закончились. Ладно. Это изи, по сути. Окей. Короче, ребята. Окей, он просто знает, что если я проиграю, ну, я расстроюсь. Это не специально подбьется. Нет. Да нет, я... Я уверена в этом. Я просто в этом уверена. Давай соберись. Играй на честно. Вот это Рэша знает твою игру. Окей. Да я вообще-то трэша, если он что. Он у меня.
Я вообще это трошились. Давай, давай, пойдем перейти. Где вы есть, бля? Я не знаю, мне нужен какой-то сканер вообще. А я не понимаю, где вы находитесь просто. Да ты чё делаешь? Почему меня? Почему ты её так жестко не убиваешь? Бля, я боюсь её, я реально боюсь её. Давай, бэйби, тащи, бэйби! Да как просто? Это что? Это что просто? Это что? Я думал, у меня ёмп в руках, почему у меня двустволка была, я не понимаю. Короче, я не знаю, как против них играть, ребята. Я реально не знаю, против них как играть. Если я буду крысить, что будет, интересно? Ни-ху-я! Как можно собраться, если вы вообще жесткие такие? Офигеть, я постоянно выбегаю, у меня просто минус полностью. Фуф, неужели просто, не? Я когда один-один остаюсь, у меня не залетает почему-то. Ребят, гоу лайки, пожалуйста, прямо сейчас я поставим, я попробую сейчас камбэк сделать. Ну, типа, 3 раунда забрать и все. 10 тысяч лайков и будет сюрприз, будет еще один видос с ними, надеюсь, поэтому гоу лайки, ребят. А, он у меня, Он у меня. Как у тебя? Можешь у меня запушиться? Давай. Ну, с головой найс. Ай, минус 7. Помоги, бэйби, бэйби! Я залезла. Бэйби! Блять, что? Почти забрала, как ты стал? Я думала, ты его убьёшь, я прям была уверена. Я тоже думала. Мне хочется плакать. Пушьте, мне это нравится, реально нравится. Да? Да, мне это прям нравится. Прям такое. Прям по кайфу. Блин, у меня импа нету. Автонаводка в ноги, что это вообще? Подожди, автонаводка в ноги, это нормально, типа, или что? Бля, как они так играют, смотри просто, это нереально. Охренеть, просто. Гранаты, если что, нельзя кидать, поэтому я не кидаю, если что, гранаты. Не, я боюсь пушить, я бы запушил бы, но Никуля жесткая. Ааа, что это такое? Бля, ема, я не могу играть. У меня ночь часа. Я не знаю, не, это нереально. Подожди. Это реально. Ой-ой-ой. Офигеть. У меня жесткая тяжка, скажите честно. Не, у меня жестко, жестко летит. Но это лучшие настройки, как бы, если что. Ну, это, конечно, это жесткие настройки. В принципе, логично. Бля, борьба за 10 тысяч рублей, ребят, это просто жесть. Я почти камбэкнул, мне еще один раунд хотя бы надо забрать. И уже 5-5 счет будет, кайф просто. Бля, хотя бы не обанкротит меня. У меня последние 10 тысяч рублей было. Он у тебя. Да, да, вот он. Я боюсь. Я сзади была, у стенку кинула. Не, на самом деле я бомж. Ой, хорош. Ты чё? Чё это было? Я читер включил. Бля, вы тактику разработаете, вы должны бегать вдвоем, понимаете? Вы должны бегать вдвоем. Я хочу вам реально помочь. Лучше, я не знаю, лучше выиграйте мне. Вы меня жили. А, вот так вот, значит. Я понял. Берем двушку. Да нет, дошки. Тихо. Бля, если бы залетело бы. Ошалеть. Не, last round, это все. Пишите в комментариях, за кого болеете. Я даже не знаю, друзья. За кого. Как вы думаете, кто сейчас выиграет? Я попытаюсь сейчас максимально крысить, потому что. Ну, это жесть. Это просто жесть. Я не знаю, просто как с ним играть. У Никули жестко летит. Бэйби ФФ просто все в голову дает максимально. Я пушу тебе и постоянно получаю по голове, кстати, заметили чат? Я просто, я бегу пушить и просто минус шлем каждый раз. Мне ни один раунд не было шлема. Где вы сидите? Вы тоже плетите, что ли? Блять, пожалуйста. Я хочу сдегла тебя убить. Ой, блин, не получилось. Куда ты идешь, Никуля? Я не знаю, я думал, что у нее в упоре. Пипец. Я говорю, у нее каждый раунд минус 7. Тихо. Решающий раунд.
Пожалуйста. Я должен забрать. Тихо. Домой просто. Изи, изи, изи. Просто в копилочку. Просто сюда. Просто сюда. А ну-ка, иди сюда, малышка. Я не буду копилочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Это лайк, это по-любому. Не, это по-любому 10к лайков. Вы согласны со мной вообще? Или вы расстроены? Скажите честно сейчас. Ля, ну я жестко камбэкнул на самом деле. Да, вы можете на них подписаться, на Никулю можете подписаться, на Бэби. Поэтому это реально топовый тиктокер, ютуберши. Мы о чем думали, когда шли на трайк? Давай я утешительный приз дам. Это нереально. Не, я понимаю то, что я лютый игрок, типа, и все такое, но как бы... Короче, если 10 тысяч лайков набираем, то я снимаю вторую часть с ними, там, не знаю, что-нибудь придумаем. И уже будет, конечно, еще больше приз, поэтому надеюсь на вашу поддержку, друзья. Прямо сейчас, кто еще не поставил лайк, поставьте, приходите на стримы. В принципе, все, будем на этом прощаться. С вами был я, Никуля и Бэби Фэ. Попрощайтесь. Всем пока-пока. Все.